Военно-воздушные силы занимают особое почетное место в структуре оборонного щита нашей Родины. Свой профессиональный праздник российские военные летчики, покорители воздушного пространства и укротители боевых самолетов ежегодно отмечают 12 августа. История появления этого праздника относит нас далеко в прошлое, во времена Российской империи. Тогда, 12 августа 1912 года, Генеральный штаб Царской России принимает в свою структуру первую воздухоплавательную часть. Эта дата и стала считаться с тех пор днем образования военной авиации. Поначалу военная авиация занималась только разведкой. Позже функции этих войск значительно расширились. Боевые самолеты создавали надежный воздушный щит, который прикрывал собой и моря, и сушу. Прогресс в области авиастроения и вооружения очень скоро вывели воздушные силы из разряда статистов на поле брани, превратив их в мощное и грозное оружие. Конструкторские бюро создавали и продолжают создавать боевые самолеты и вертолеты, аналогов которым и по сей день нет ни в одной армии мира. Thank you.
Военно-воздушные силы прошли долгий и тернистый путь, где были взлеты и падения, восторг и разочарование. Но неизменными оставались преданность, беззаветная любовь летчиков к своей профессии и их готовность в любую минуту выполнить поставленные перед ними задачи в любых условиях.